ходит, мышкует. Голодная. Лишь бы не увидела, пытаюсь перейти. Да низинки там или палочка какая-то. Применяю всю свою сторону, чтобы зайти как бы на ветер, чтобы она меня не причуяла. Сейчас почует. А не, свернула. Слава Богу. В общем, мне надо вот сюда на перерез идти, рисковать. Иначе зайдет вот туда чуть дальше, на поле, и все.
произошла катастрофа. Как я и говорил, лиса все-таки зашла на ветер и почувствовала меня. Мышей она нахваталась, видно, была полная пасть. Собиралась куда-то в кусты бежать, пережевывать. Да, я уже готовился стрелять. Тут, я думаю, метров 200 где-то до нее было. Она остановилась, но половина тушки ветка закрывала. Вот здесь где-то деревца по пути. Поэтому надеялся, что еще сделает пару шагов. Но она уже причуяла. Вот так вот. С ветром шутки плохи. Что ж, хорошо, пожалуй, что я здесь монок не применил. Она бы вот так забежала и почуяла меня. А так у меня еще есть возможность на нее поохотиться в другой день. Я буду знать, что она здесь мышкует на этом поле. И обязательно в другой раз приеду. Так, ну а теперь на другое место перехожу быстро, пока не стемнело.